Так. Ну, друзья, я вам хочу сказать, что одеть Майе одной памперсы — это еще та задача. Выходим, алло. Пошли. Пошли все, пошли. Все идем. Так. Убирай. Вы где? Бася, заходите. Заходите все. Что там взял? Где ты пюре достал? Майя, главное не лезть к попугаям. Фу. Ну, посмотрим, что, так сказать, из этого выйдет. Как надолго у Майи. Ой-ой-ой, ой! Маты Василева! Киа, Киа, не надо, Киа! Да... Это был Киа полет века. Что ж я буду с тобой делать, если нет папы? Моя девочка, моя хорошая, моя красивая. Угу. Так, все, Майя уже без памперсов, да? Степа, твоя работа. И получается, да, Кирюш? Давай. Вот, молодец. Так, что за трусы? Давай, давай я Майе их одену, давай. Давай, давай. Маечки надо одеть, давай. Давай, маленькие трусики, давай. Кто-то мне написал, уберите все в доме. Все, что может быть обделано Майей. За долю секунды Майей может быть отделано все. Майя, иди сюда. Дай трусы. Да что же это такое? Что это же за дети такие? Что это за люди такие, а? Май, неси трусы Майны. Майя, вылези оттуда. Так, всем в сад. Что ты спрятался? Что ты спрятался? Ты умный? Скажи, мама, а кто тебя заставлял выпускать Майю, да? Я понимаю. Как я уже объясняла, друзья, обезьянье... Одно из самых вонючих. И оттирать потом так весь дом от обезьяньих какашек, то еще себе удовольствие. Да, Кирочка? Не знаю, честно говоря, что я буду делать. Степа, давай Майю назад в вольер, и там я смогу ее поймать. Садись. Моя птичка синичка. Вот, вот, вот. Кира молодец. Майя. Кира, ты меня радуешь. Прямо очень радуешь.
Нет, одной с этой бандой, так это нет Люськи. Посмотрите, как все коты попрятались. Ни одного нет. Кирюш, спускайся по руке, спускайся. Давайте вот так подержу. То еще, друзья, ощущение, когда на тебе вот так клюв точит, да? Это ты маме Тане привет передаешь? Скажи, мама Таня, я привыкаю. Так, кто где, Маня? Я что, не закрыла? А куда я дела? Кирюша, я тебя прошу, вот ты умная птичка, сиди, пожалуйста. Тебя умоляю, не кусайся, пожалуйста. Спасибо. Жой, выходи. Угу. Майя там. Теперь я бы, конечно, на вольере бы как-то поймала. Но у меня на плече сидит Кира. Майя, а ну быстренько вольер. Закричала я строго. И меня все послушали. Быстренько вольер, говорю. Что, мяв? Тебе надо тоже сейчас ко мне, да? Когда у меня Кира сидит? Или ты просто возмущен ситуацией? Мне кажется, друзья, что к этой банде Тони и Клайд еще и Майя присоединилась. Дух. Так, Майя, иди сюда, Майя, все.